Программа комплексного благоустройства вновь пришла в Красногорские дворы. В рамках партпроекта «Городская среда» в округе наведут порядок на 8 придомовых территориях, отобранных по результатам голосования на портале «Добродел». Две из них в Павшинской пойме. На улицу Зверева, где подрядчик уже приступил к выполнению работ, визит нанес глава Красногорска Дмитрий Владимирович Волков. Я помню, как жители об этом адресе нам говорили еще 2 года назад. Поэтому сегодня прошлись, проинспектировали. Хочу жителей поблагодарить, потому что, ну, когда дается сигнал, в том числе и где плохие тротуары, где история связана с заменой МАФ, ну, для нас это тоже большое подспорье и подсказка. Я думаю, что такие выездные встречи с жителями очень нужны. И сразу становится ясно, какую работу должны делать и что она нужна действительно людям. Так, по решению местных жителей, на тротуарах и подходах к детским площадкам во дворах домов 2, 4 и 6, 8 на улице Зверева в качестве покрытия использован асфальт. Он куда долговечнее и надежнее плитки, уверены красногорцы. Будет уделено внимание и самим игровым комплексам. Будет заменено покрытие. Посмотрите на территорию данной площадки. Она уже сама износилась. Потом будут заменены качели, демонтирована данная песочница, которая уже в плачевном состоянии. Будут выделены и уже, наверное, выделены деньги из бюджета, сделаны будут МАФы новые. Поэтому мы будем благодарны, если в кратчайшие сроки это все благоустроится. Программа КБДТ решит и наболевшую проблему, долгое время беспокоившую жителей многоэтажек на Зверево, в частности, дома номер 4. Это регулярные подтопления после проливных дождей. Чтобы исправить положение, подрядчик занимается устройством контруклона для отведения воды.